Засыпай, засыпай, будешь ты крепко спать. Засыпай, засыпай. Кто привел сюда трактор? Какого хрена? Засыпай, засыпай, и на трактор нам насрать. Он же разбудит малыша, убери его. Да перестань ты, вот по этому документу они имеют полное право размещать здесь трактор. Вот, смотри, вот здесь подпись, видишь? Мне все равно, ты посмотри на это дитя, как мило он спит. Неужели ты хочешь, чтобы он проснулся? Я все понимаю, но закон есть закон. Они имеют право на расположение здесь трактора. Да нет такого закона! И опять уснул на этой кровати, серьезно? Она такая мягкая и удобная, такая, как будто из Икеи. Вообще, мне не платили за эту фразу. Всем привет, вы на канале Северполис. Добро пожаловать в Undertale, добро пожаловать в нашу с вами пиксельно-чудесную историю, в которой я, конечно же, не убил ни одного хорошего или плохого существа за всю игру, представьте себе. И такая громкая музыка, я делаю потише у себя. Да, а то фу ее. Мне писали в комментариях, что камушек можно найти какой-то, ну, точнее, ключик можно найти, пошарив по всем кроватям. Но вся проблема в том, что я еще в том видео, просто я это не вставил в сам ролик, пошарил по всем кроватям. Подождите секунду, это что такое? Ай ты, блин! Я честно клянусь, я по всем кроватям в прошлый раз прошелся, я не нашел этого ключа, серьезно. Вот просто... Клянусь вот этой вот штучкой сохранения. Я не нашел, хотя прошарил по всем кроватям. Но у меня последнее предположение есть. У меня есть последнее предположение, где может находиться синий ключ. И это место находится там, где я помер как лох. Дайте-ка. Дай вот так вот. Сохранюсь и пойду туда, где я помер как лох. На этом, как его, лимонном апельсине или как? Хлебный сок. Как звали этого... Вот это вот, который под сохранение косит. Лимонный хлеб, да, лимонный хлеб. Очень опасный противник, я не знаю, как его проходить. Разобнять, ладно. Ай! Ай! Ты собака! Ай! Ой, как опасно у тебя! Давай опять разобнять, кричать, плакать, хвастаться! Вы играете мышцами руки, кажется, лимонный хлеб что-то вспомнил. Оу. Ай, сука. Ай, тварь. Посос! Сохраняй решимость. Я не знаю, как побеждать этот лимонный хлеб. Это, видимо, тот самый камень преткновения, который остался между мною и счастливой концовкой. Я верю, что там осталось совсем чуть-чуть. Ну давай же, лимонный хлеб, не выпендривайся. Разобнять? Я пройдусь по всем нахрен пунктам. Давай сюда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. О, работает! Это прощание, наконец-то! Наконец-то! А, все, ты ушел, молодец, как я этого ждал. Машина для извлечения РШ. Статус включено. Что такое РШ? Что такое РШ? Запись номер 19. Семьи продолжают названивать мне и спрашивать, когда все вернутся домой. Что же я должна им сказать? Теперь я даже не отвечаю на телефонные звонки. А что, всем обратно поплохело? Запись номер 20. Асгар оставил мне сегодня 5 сообщений. 4 о том, что все рассердились, и одно об этой милой чашке, которая, по его словам, похожа на меня. Спасибо, Асгар. Запись номер 21. Теперь я провожу все свое время... Там... Эй! Не двигайся! Ты в холодильнике, ты должен быть замерзшим, как ледышка. Теперь я провожу все свое время на мусорной свалке. Это моя стихия. Ага, понятно, я пока подожду это дело открывать. Хотя, ладно, что будет такого? Давай посмотрим. Это холодильник, он пустой. Там... Да хватит так делать! Хватит так делать! Ага, это типа тот шутник, только... Понятно. Она чем-то удручена. О, не удручайся. Слышишь меня? Не отвечайся. Ой, какая музыка странная. Пошучу еще раз. О, она улыбается. Ха-ха-ха, спасибо, говорит. Ой, как хорошо. Надеюсь, ты меня не будешь по-нормальному атаковать. Еще пошучу. Давай еще пошучу. Она наконец успокоилась. О, ну все, давай, пока. О, да! То, что нужно. Ага, все хорошо. Так, в этом холодильнике что? Похоже, содержит какие-то образцы. Надеюсь, это не банк спермы. Окей, что здесь?
Это все-таки банк спермы, и сперма уже выросла в человека. В смысле, этот холодильник пустой? Ты обалдел, что ли? Какой он пустой? Ты уверен? Там пустота, что ли, трясется? Там за дверью что-то будет. Там за дверью наверняка что-то будет. Что-то такое серьезное. Во! Щелк! Зеленый ключ идеально вошел в слот. Отлично. А здесь что? Здесь записка на полу, вы не можете все разобрать. Завес. Это все, что вы можете прочесть. Да, мне уже не надо, собственно. Мне уже оно не надо. Я уже все, что надо, нашел. Осталось только прийти и вставить ключ. Там, где надо его вставить. А я уже знаю, где его надо вставить. Вообще никаких проблем нет. Куда-то сюда. И теперь вот сюда, и там вставить синий. И все. Я, видимо, прошел пацифиста, и там сейчас буду с кем-то еще драться. Мне говорили, там дополнительный какой-то босс, ты прикинь. Дополнительный босс какой-то. Помимо Флавы, помимо Асгара, какой-то жесткий мужчина или женщина, не знаю. Все, идеально стоит. Осталось только открыть эту секретную дверь, за которой хрен пойми, что находится. Не понял, а желтый. Подожди. Да. Да, вот про эти записи мне сказали, что это записи, получается, Асгара с Таэлью и все такое. Короче, королевской семьи, получается, и они сказали очень-очень интересные. Хорошо, Пасос, приготовься, сделай страшное лицо. Ой, постой, я не снял крышку объектива. Что, ты не сделаешь его еще раз? Да ладно, тебе хватит меня обманывать. Стоп. Мне говорили, что это записи королевской семьи. Я что-то не понял, когда я успел с ними потусить. Я что-то немножко не понял, когда я... Когда я-то там был? Когда я был на этих записях? Мне не нравится эта идея, Пасос. Что? Нет, я не... Взрослые детки не плачут. Да, я тебе верю. Нет, я никогда не усомнюсь в тебе, Пасос. Никогда. Ага, мы будем сильными, мы всех освободим. Я пойду и достану цветы. Пасос, ты слышишь меня? Пожалуйста, проснись. Пасос, сохраняй решимость! Ты не можешь сдаться, ты будущее людей и монстров! Пасос, пожалуйста, проснись. Мне больше не нравится этот план. Нет, я не говорил. Я говорил, что никогда не усомнюсь в тебе. 6, верно? Нам всего лишь нужно достать еще 6. И мы сделаем это вместе, ведь так? Как будто легенда о том пацане, который этот, который упал сюда раньше, это будто про меня. Как будто это я во второй раз сюда, как дурачок, шваркнулся. Но тот человек умер. Это явно не могу быть я. Это что, записи из будущего? Я же всегда был с тобой, Пасос. Ты от меня ничего не скрываешь, когда ты успел-то с ними потусить. И с кем он это говорит? Ё-моё. Да что за прикол? Меня мозг сломался сейчас. Я вот сейчас не понимаю... Я сейчас абсолютно не понимаю, куда идет повествование это. О, вау! Пульт управления питанием лифта включить. Ребят, мы же с вами мирно разошлись, помните? Ребята, мирно, мир, пис, пи, пи, пи. Остановитесь. Хорош. Еды? Чего? Здорово. Здорово, Алис, здорово. Подосу под осенний. Они становятся дерзкими, если вовремя не поедят. В любом случае, питание отключилось, и я собиралась включить его обратно, но похоже, что ты был на так впереди меня. Они, наверное, доставили тебе хлопот. Но я ценю, что ты пришел сюда, чтобы помочь мне. Как я и говорил, я боялась, что могу не вернуться. Но не из-за этих парней или еще кого. Я боялась, что буду слишком напугана, честно говоря, я что могу бездать или сделать что-то татусливое. Я полагаю, я задержала тебе. Объяснение. Как ты, наверное, знаешь, Асгард попросил меня изучить природу Дус. В моих исследованиях я извлекла силу под названием Дисимость. Я ввела ее в умирающих монстров, чтобы их Дусы не потопали после смерти. Но эксперимент провалился. Видишь ли, в отличие от людей, тела монстров не имеют достаточно физической материи, чтобы выдержать такую концентрацию Дисимости. Их тела начали таять и терять все физическое, что имели. Как это ужасно выглядело, представьте себе только. Это как будто какой-то хоррор, в котором с людей сползают их лица. И они, ну как будто... Страшно даже. Очень скоро все из подопытных субъектов слились воедино в них. Увидев их такими, я знала, что не смогу рассказать их семьям об этом. Никому не смогу рассказать об этом. Кто бы и сколько бы ни платил. Я очень боялась продолжать работу, осознавая, что все, чего я добилась, обернулось полным провалом. Но сейчас... Сейчас я изменила свое мнение насчет всего этого. Я собиралась рассказать всем о том, что я сделала. Это будет тяжело.
быть тесно и верить в себя. Я уверена, что придет время, когда мне придется туго. Я уверена, что придет время, когда я снова напортачу, но зная, что у меня есть друзья, на которых можно положиться, я знаю, что мне будет намного легче постоять за себя. Спасибо тебе. О, ладно, да, обращайся. Пошли, ребята. Пора вам всем вернуться домой. Мы в лифте вместе поедем? Это будет довольно тесно, я бы сказал, но... Привет. Запись номер 8. Я выбрала кандидата. Пока не говорила Асгару, потому что я хотела удивить его. В самом центре его сада есть кое-что особое. Самый первый выросший золотой цветок. Цветок из внешнего мира. Он появился перед уходом королевы. Я подумала, что случится, если у чего-то без души появится желание жить. Запись номер 18. Цветок пропал. О, вау. Странно. Звонок. Этот голос вы никогда не слышали раньше. Посос, ты тут? Прошло немало времени, не так ли? Но у тебя получилось. Благодаря тебе все стало на свои места. Посос, скоро увидимся. Ладно. О, подожди. А чё... А лифт сюда вел, да? А чё, сохранений никаких нету, ничего даже. То, что... А почему без сохранений мы как-то обходимся, нет? Мне кажется, без сохранений как-то маловато сохранений, нет? Хоть одно сохранение. Хоть одно. Я помню, я, конечно, все это прошел и все такое. Вот, сохранение. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ну, теперь мы с тобой подеремся, давай. Я столько дел завершил, пока ты тут стоял и меня только ждал. Все это время, понимаете? Там 2 серии прошло. Или сколько? 1, 1,5, 1,5 считай, серии прошло. Меня сейчас отмутузят. Не, я был не готов, прости, я передумал. Мне надо в Снежниград сгонять за хавчиком. А, ладно, все, так буду драться уже. Уже умру или не умру, не знаю. Может, умру. Скорее всего, умру. Точно умру. Ну ладно, попробую хотя бы. Хотя бы попробую. Давай. Чё такое? Чё за жалкое создание? Ты как с мужем говоришь, падла? Ты как с мужем разговариваешь? Да я не боюсь, мне не страшно. Я с ним дрался уже 2-3 раза. Ты точно понимаешь... Кого ты сейчас... Путешествие было жопа каким непростым. И в конце концов принять ужасное решение, чтобы проникнуть это... Ну да, было дело. Да, пришлось бы убить Асгара. Однако, я осознал, я не могу позволить этому случиться. Неправильно жертвовать кем-либо, чтобы просто покинуть подземелье. Не это ли я пыталась предотвратить все это время? Так что давай просто остановим эту битву. Каким бы ужасным Асгар не был, да слышь, хватит о муже так говорить о своем. Мужик тебе сейчас придет, я не знаю, тебе ремня даст. Или я не знаю, как надо... Как мужики наказывают женщину, я не знаю. Я не наказывал никогда. У меня не было своей женщины никогда. Он тоже заслуживает власти. Согласен. Вообще-то... Тори, ты вернулась. Пошел нахрен, подкаблучник, да. Не называй меня Тори Дримор, ты жалок. Если бы ты действительно хотел освободить нас всех, ты бы мог пройти через барьер, когда у тебя была уже 1 душа. Взял бы 6 душ у людей, потом бы вернулся и освободил бы всех мирно. Но вместо этого ты заставил всех жить в отчаянии. Ты предпочел смиренно ждать и надеяться, что ни один человек больше не появится. Тори, ты пропала. Я жалкое существо. Ой, ты унижаешь жизнь. Ну как ты думаешь, мы сможем хотя бы быть друзьями? Нет, Асгар! Асгар, человек! Никто ни с кем не будет драться. Все подружатся друг с другом, а иначе я... Привет, я Тариэль. Так ты друг человека? Приятно познакомиться. А, да! Приятно познакомиться. Асгар, это твоя бывшая? Черт возьми, держись, дружище. О, ты еще один друг. Я Тариэль, привет. Привет. Их 2? Все вместе собираются! Да! Если кто-то будет драться, тогда я буду кусаться, блин. О, приветствую, ваше высочество. Эй, человек. Аска что, побрился? Специально к приходу. Что? Побрился? И клонировался? Эй, ребят, как вы тут? Этот голос. Привет, мне кажется, мы знакомы. О, да, я тоже знаю этот голос. Я Тариэль. Очень приятно познакомиться. Я Санс. И да, взаимно. О, постой тогда. Это должно быть твой брат Папирус. Приветствую, Папирус. Приятно наконец познакомиться. Ты почему не покрасишь? Я ж не могу. Твой брат очень много рассказывал мне о тебе. Ваушки. Не могу поверить, что клон Асгар... Какое кринге.
Какое кринге! Скелет! Ты оборзел, что ли, с королевой так общаться? Ты посмотри, аж король заплакал. Это лучший день в моей жизни! Эй, Папирус, чем скелет покрывает крышу дома? Снегозащитным шифером? Нет, глупенький, скелет покрывает крышу черепицей! Я изменил свое мнение. Это худший день в моей жизни. Эсгар, все будет хорошо. В море еще полно рыбы. Тебе ли не знать, Андайн, конечно. Да, Асгард! Андайн совершенно правильно сказала про дыбу. Иногда нужно просто прекратить добиваться пушистых главных монстров и просто познакомиться с очень милой рыбой. Это метафора. Что ж, довольно хорошая аналогия. Хо-хо-хо-хо, кто там такой вылез? О, господи! Да поцелуйтесь вы уже или нет? Да, нам нужна активность, нам нужны лайки, нам нужна... Да, нам нужны зрители, правильно, Метатон? Да, целуйтесь! Целуйтесь за лайки! Давайте! Боже, хватает же ему наглости, верно, Альфис? Альфис? Нет. Он прав. Давай сделаем это. Идеально! Что, наверное, если ты хочешь, не сдерживайся. Ой, ты тоже. Ты чё всё руинишь, падла? Да, дай им засосаться. А я на теле твой текст целует. Чё ты делаешь? Подождите, говорит. Не перед человеком. А чё такое? Я их сводил, знаешь сколько? В смысле, я не могу посмотреть на плод своей работы, что ли? Да, извините, когда ты меня немного понесло. Дитя, похоже, тебе придется остаться тут на какое-то время. Но посмотри, каких отличных друзей ты завел. Мне кажется, что здесь ты будешь счастлив. Что-то должно пойти через жопу, верно? Ну, не может все быть так хорошо. Эй, я тут подумала! Папирус, это ты ведь позвал всех сюда? Ну, кроме, неё. В любом случае, если я добрала сюда раньше тебя, как ты узнал, как связаться с остальными? Скажем так, маленький цветок помог мне. Он привел всех в одно место, чтобы убить. Он привел всех в одно место, чтобы убить. Маленький цветок? Ау! О, господи! Вы идиоты! Пока у вас, ребята, тут маленькое собрание... Я забрал человеческие души! Теперь они не только под моей властью, но и души всех твоих друзей тоже скоро станут моими! Знаешь, что самое замечательное? Это все твоя вина. Это все потому, что ты заставил их полюбить тебя. Все то время, которое ты провел, выслушивая их, подбадривая их, заботясь о них. Если бы не ты, они бы не пришли сюда. И теперь вместе с их душами и душами людей я обрету свою настоящую форму! Зачем мне все это? Разве ты не понимаешь? Это ведь всего лишь игра. Если ты покинешь подземелье, ты пройдешь игру. Если ты выиграешь, ты больше не захочешь играть со мной. И что тогда останется мне? Но игра между нами никогда не закончится. Победа будет совсем близко прямо перед твоим носом. Но я буду вырывать ее из твоих рук в последний момент. Снова и снова и снова! Слушай... Если ты сразишь меня, я отдам тебе твою хорошую концовку. И отпущу твоих друзей. Я разрушу барьер. Все наконец-то будут счастливы. Но этого не случится. Ты! И я буду держать тебя здесь, чего бы это ни стоило. Погоди-ка, сейчас игра не вылетит? Игра сейчас не вылетит? Как тогда? Я просто очень боюсь за эту запись. Дело в этом. Ладно, давай сейчас приостановлю, заново начну. Так. Синхронизация. Ага, хорошо. Даже если мне придется убить тебя миллион раз... Ай, ну конечно, последний раз очень медленно, естественно. Эх, собака, кто это сделал? Кто это сделал? А кто это сделал? Что? Не бойся, дитя мое. Не важно, что случится. Мы всегда будем рядом, чтобы защитить тебя. О, да, вы меня подхилили. Хорош! Да, верно, человек, ты можешь победить. Просто делай то, что буду делать я. Верь в тебя. Эй, человек, раз ты смог одолеть меня, ты сможешь что угодно. Так что не беспокойся, мы с тобой до конца. А, ты его еще не победил? Давай, этот чудак тебя даже не поцарапает. Да, лечите меня, молодцы, А чья это атака? А чья это атака была? Альфис, что ли? Ее можно... С ней можно драться? Это была вот эти молнии, это была атака Альфис, да? Технически победить его невозможно. Но почему-то я знаю, что ты сумеешь. Человек, ради будущего людей монстров, сохраняй решимость. О-о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 
Невероятно! Этого не должно было случиться! Вы! Идиоты! Я не могу поверить, что все вы настолько глупы! Все ваши души мои! Но я надеюсь, игра не вылетит... Ой, это что еще за... Зверь такой. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Ты кто? Чё ты там кашляешь? Ты кто? Алло, тебе спрашивают тебя. Наконец-то! Я буду его так озвучивать, наверное. Я так устал быть цветком. Ты кем был-то? Принцем, что ли? Тебя поцеловать надо было? Ты кто? Алло! Здорово. Приветик. Пасос, ты здесь? Это я, твой лучший друг. Что-то я немножко не помню, чтобы особо дружили. Ну давай, допустим. Ну да, привет. А, ну да. Ты все это время был в цветке. Понятно все с тобой. Ё-моё, какая музыка. Это конец, говоришь? Нет, я буду дружить, сука. Надеяться и мечтать буду. Вы держитесь за свою надежду, вы снижаете урон, получаемый на этом ходу. Ну да, ай-яй-яй-яй-яй. Да, у тебя так очень похоже на твою мать. Тебе кто-нибудь об этом говорил? Какой это конец, алло. Ау-ау, чё ты ел, дай мне того же. Не бей ПЖ, ай-я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 й. Чё это за хрень? Чё, Тихо-тихо-тихо-тихо, блин. Ну гиперный театр, ну чё такое? Но оно не сдалось! Это нифига не конец! Это не конец! Это не конец! Я буду надеяться и мечтать! Знаешь, меня больше не заботит уничтожение этого мира! Ну и хорошо, ну и тогда... Сабля хаоса, ну нифига у тебя пафосные названия, на самом деле, тебе скажу! Буду надеяться нахрен! Когда я повергну тебя и получу полный контроль над ходом времени, я хочу лишь все сбросить! Ладно. Может быть, оно на самом деле, кстати, не так... Да как понять-то, как кого, куда, где, блин, после... Мечта! Благодаря решимости мечта сбылась, это мечта, серьезно! Все, чего достиг, все воспоминания, я обращу их обратно в ноль! Хе-хе-хе! Не, нифига ты со мной не справишься. Хорош! Я думал, так и кончилось уже, да хватит. А еще будет там в конце какая-то аннигиляторная пушка стоять! Все, убери свою гадость. Он меня реально щадит как будто. Ты посмотри, он же... Эта битва, она же... Ай, да ты падла. Откуда у тебя столько оружия, ты цветок сраный? Последняя мечта, все, у меня последняя мечта. Мечта сбылась, офигенно. Главное, чтобы так жизнь еще работала, было бы вообще классно. Хочу, чтобы у меня канал не сдох. Все, есть такое, и сбылось нахрен. Все. Тесак хаоса, ё-моё, ну у тебя и название. Можно чуть менее пафосно, потому что я люблю своих друзей очень сильно. Галактика Пат, он готовит. Мечта у меня есть. Чтоб ты сдох, падла. Но только не от моих рук, чтобы я пацифист. Чтобы это... Чтоб все нормально. А его точно не надо бить, я извиняюсь. Может, его все-таки надо, как бы, ну это, чуть-чуть отпор ему давать, или я буду все преодолевать. Я никогда не сдаюсь, правильно, это просто про меня. Аннигиляторная пушка, самый настоящий. Ай-я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 й
Оборзел, что ли? Вот этого вот говна я не ожидал такой. Бери свою пушку сраную. И никто не пострадает. Даже я. Звезду славил мальчик, понимаешь ли? Возомнил себя божеством, как его отец. Ну, точнее, отец не возомнил, а возомнил себя таким же, типа, отстаньте. Куда он, туда и я. Ава! 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 Хорошо. Бластер хаоса, все, последняя мечта. У меня есть последняя мечта и немножко еды. Все! Блин! Куда ты мне звездами своими? Я считаю, надо их удалить из игры. Ну что это такое? Ну что это такое? Ну это честно, по-твоему? А я тебя как атаковать могу? Я просто красненький. Хрен ли... Собачатина так... Да хватит, ну хватит. Все, все, я понял, сильный, заколебал. Хорошо, что я это прошел. Наконец-то, разве это просто шикардос? Моя решимость, сила, что...
так далеко зашел, пипец! Она станет моей гибелью? Не-не-не-не, подожди. Чё ты обо мне не знаешь? Я, типа, не настолько лох, чтобы прям погибнуть от такой фигни. Ты чё, ты эти атаки мне сносят 7 единичек здоровья, ну и чё ты... Стиратель? Не, на такое надо поесть мечту, конечно, на такое. Очистить эту временную линию ты хочешь? В смысле? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Эй, дяденька, дяденька, не будь ты таким дерзким. Что мне делать сейчас? Что я должен... Что это? А что мне делать? Я все еще стою на пути! Пошел нахрен! Я действительно такой особенный, 20 здоровья. Использовал лишь часть силы, ну да. Моя решимость справиться от... Ой, я не знаю, как моя решимость справиться с такой растянутой версией тебя... ну давай бороться. Тело не движется. Одна хпшка, я хрень сделать-то должен был. Да, связь с этим миром прямо ослабевает с каждой смертью. Да, пошел в жопу. Тело не движется, но душа может двигаться, душа моя красненькая. Я еще держусь. Мой настрой, ты че? Я капхэд проходил, я ГД проходил. Куда? Пошел в жопу. Просто пошел в жопу. Я не пошевелиться, я знаю, ничего не произошло. Я борюсь! И все еще ничего не произошло. Я пытаюсь добраться до сохранения. Да я доберусь за сохранение! Сохранить игру невозможно? Ну, может, с той малой силой, что есть у вас, вы можете сохранить что-то другое? Решимость, сука! О, я сохранил друзей! Давай, Санс, я знаю, ты самый сильный! Вы вас звали к душе Азриэля, кликнули своих друзей. Они где-то внутри, ведь так? В глубине души Азриэля что-то отозвалось! Что-то пинается, давай! Пошучу с тобой! Вы рассказали потерянной душе неудачную шутку про скелетов, похоже... Он ее ненавидит, хотя другой душе, кажется, эта шутка нравится. Стоп! Это что такое пошло? Давай, другой понравилось. Вы рассказали потерянной душе неудачный каламбур про скелетов. Похоже, ему нравится, а вот другая душа, кажется, ненавидит эту шутку. Но это проблема другой души. Этот-то обожает эту шутку. Да ё-моё, как тяжело-то. Потерянная душа, давай еще раз пошучу. Вы рассказали потерянной душе неудачный каламбур про скелетов. Внезапно воспоминания возвращаются! Нет, стой, ты мой друг, я бы тебя никогда не схватил. Да, ты за меня, конечно же. Посмотрим на геноциде. Вы чувствуете слабые колебания внутри Азриэль. Стоп, что я сделал? Нет, нельзя атаковать, я же пацифист. Ты же помнишь, я же пацифист. Давай, буду теперь спасать Андайн. Глубише. Да, что-то отозвалось. Давай, не знаю, поборемся с тобой или что. Я ударить, улыбнуться, давай типа ударю. Слегка ударили душу, да, типа чувак, типа того. Что-то в вашей атаке кажется ей знакомым. Все людюшки должны сдохнуть. Подожди. Ты что-то не так поняла. Я типа как друг. Friendship forever, сучка. Внезапно воспоминания возвращаются. Да. Да, некоторые люди ничего, согласен. Колебись, Азриэль, колебись. Я еще Альфис спасу. Да, я ее поддержу, конечно же. Всегда поддержу. Вот и вплатится в этом. Не, я тебя не вижу. Ну, о чем ты вообще говоришь? Подожди, это же атака метатона, какого хрена? Ну ладно, давай викторина. Да, помоги мне с викториной. Ты же, я очень любишь помогать с викториной, милашка-целовашка, все дела, давай. Да, ты обожаешь своих друзей, они обожают тебя, все верно. Давайте, теперь и вы должны поцеловаться. Пощадить! Все нормально, вы сейчас все поймете, что на самом деле вы хороший, что мы с вами такие друзья. Ой, такие друзья, встретимся на геноциде, кстати. Предпочесть, ладно. Хотите и риски замен корицы? Ага, вот, воспоминания возвращаются, давай. Мужская потерянная душа тоже пытается вспомнить. Хорош, Джо, давай, все вместе сейчас завалим, все вместе, давай, бейтесь внутри Азриэля. Кто-то еще? Кто там еще-то, ты енота, что ли, в процессе съел? Несмотря на то, что ваши друзья вас вспомнили, что-то еще стало колебаться внутри души сильнее и сильнее. Похоже, там остался еще кто-то, кого нужно спасти. Но кто это? Внезапно вы понимаете... Вы тянетесь и выкрикиваете его имя. А, что ты делаешь? Я тянусь внутрь тебя. Наслаждайся процессом. Что это? Это я, что ли, был тогда? А хрен ли они меня все не узнавали? О, видишь, улыбаешься. А чё они меня не узнавали, если это все это время был тот ребенок, который помер? Что ты сделал? Что это за чувство? Что случилось со мной? Нет, мне никто не нужен. Сопли, ё-моё. Уйдите, такой ответственный момент. Драма. А вы
падлы. Музыка моя любимая, все. Да ё-моё. Нет, нет, мне никто не нужен. Не-не-не, неправда, неправда. Гонишь ведь? Ну ведь гонишь. Ну как тебе никто не нужен? Я тебе нужен. Это же любовная дружба, все. Пасос, ты знаешь, зачем я делаю это? Зачем я продолжаю драться, не давая тебе уйти? Зачем? Не плакай, не плакай. Я знаю, ты плакать хочешь. Зачем? 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 Я делаю это, потому что ты особенный, Пасос. Только ты понимаешь меня. Только с тобой все еще весело играть. И поэтому ты решил меня кучу раз убить. Да, классно! Нет, не только поэтому. Я делаю это, потому что я забочусь о тебе, Пасос. Я забочусь о тебе сильнее, чем кто-либо еще. Я не хочу, чтобы это кончалось. Я не готов потерять тебя. Я не готов опять прощаться с кем-то вроде тебя. Поэтому, прошу, перестань сопротивляться. Да я уже... минуты три как не двигаюсь! Чё ты? И просто дай мне победить! Ладненько. Да я всё, чё тебе надо? Чё, прекрати! Чё тебе надо? Пасос, сохраняй решимость. Мне так одиноко, Пасос. Мне так страшно, Пасос. Пасос, я... Сохраняй решимость! Показать как? Пасос умеет. Мне... Как тебе? Ну давай, как же тебе? Ну... Ой, не плюкаю. Давай дружить с тобой. Давай дружить. Давай дружить. Тебе так жаль. Да не бойся, ничего страшного. А, это музыка! Это музыка! Мое слабое место, игра, ты знаешь. Я всегда был плаксой, так ведь, Пасос? Я знаю. На самом деле ты не Пасос, да? Пасос уже давно не с нами. А, так, как тебя зовут? Фриск? Это красивое имя. Алё, какой Фриск? Пасос! Не чувствовал ничего подобного уже давно. Как цветок, я был лишён души. Я потерял возможность любить. Однако из-за всех душ внутри меня ко мне вернулось не только мое сострадание. Теперь я чувствую, что ощущают и другие монстры. Они так сильно заботятся друг о друге. И они заботятся и о тебе тоже, Фриск. Хватит меня так называть. Имею уважение к Пасосу. Жаль, я не могу описать то, что все чувствуют к тебе. Папирус, Санс, Андайн, Альфис, Ториэль. Монстры странные. Несмотря на то, что они едва знакомы с тобой, похоже, они тебя действительно любят. Фриск, я пойму, если ты не простишь меня. Я пойму твою ненависть ко мне. Я повел от себя так равнодушно, ужасно. Я причинил тебе боль. Я стольким причинил боль. Друзьям, семье, случайным прохожим. Мне нет прощения за мои поступки. Да простить, конечно, да! Что? Ты... Я же сейчас опять расплачусь. Кроме того, даже если ты простишь меня, я не могу удерживать все эти души внутри меня. Наименьшее, что я могу сделать, это вернуть их. Но сначала есть кое-что, что я должен сделать. Прямо сейчас я чувствую, как все сердца бьются в унисон, и все они горят одним и тем же желанием. Втащите, тварь! С их силами, с их решимостью настало время, когда монстры наконец-то освободятся. Ты чё серьёзный стал? Ты чё серьёзный стал? Чё случилось? Так, давай без вторых раундов, пожалуйста. Кто в тебя вселился? Вау, ни хрена, сколько ты съел! А чё это такое? Игра рушится, что ли? Барьер был уничтожен! Вау, хорош, молодец. То, что надо было, прям вообще красава. Фриск, мне надо идти. Без силы всех этих душ я не смогу поддерживать эту форму. Совсем скоро я превращусь обратно в цветок. И перестану быть собой. И перестану чувствовать любовь. Так что, Фриск, будет лучше, если ты просто забудешь обо мне, хорошо? Просто будь с теми, кто любит тебя. Тише, малыш, давай обнимашка. Давай обнимашка. Давай обнимашка. Все. Я не хочу отпускать. Да и ладно, сейчас сам в цветок рассосешься. Фриск, у тебя все получится. Не важно, что ты будешь делать. Все будут поддерживать тебя. Да, я знаю. Что ж, мое время подходит к концу. Прощай. Ты куда пошел? Там темно, везде темно. Куда ты? Да, я с тобой пойду. Посмотрю, как ты в цветок кукожишься. Позаботься о маме с папой ради меня, хорошо? Да, собственно, с ними все было хорошо до тех пор, пока ты их
не всосал в себя. Там не особо проблемы-то о них. Позаботиться особо. Да. Все это лишь дурной сон. Пожалуйста, проснись. Вы пришли со мной попрощаться. Мы так переживали. Казаться, будто ты был в отключке в вечность. Ага, еще немного, я бы сошла с ума. В следующий раз предупреждай, когда решишь прилечь, окей? Да, ты заставил папируса рыдать, как ребенка. Что? Я не рыдал! Я не рыдаю! У меня даже слез не может быть, я скелет, блин. Мне просто что-то в глаз попало. И что же это? Слезы! Тише, тише. Главное, что Фриск в порядке. Вот, Фриск, не выпьешь ли чаю? Тебе станет намного легче. Может, сначала пусть придет в себя? Должно быть, он устал. Правда, не уверена, от чего. Фриск, мы не помним, что именно произошло. Здесь был цветок, а затем все стало белым, но барьера больше нет. Когда ты будешь готов, мы все вернемся на поверхность. Видимо, восточная дверь теперь ведет туда, но прежде, возможно, ты захочешь прогуляться. Ты можешь попрощаться с каждым из своих чудесных друзей. Делай, что пожелаешь, мы все будем ждать тебя здесь. Я пошел к выходу. Не, все, пофиг, насрать. Не. Хотя ладно, ну может быть чуть-чуть. Ну давай, ладно, давай попрощаемся. Давай чуть-чуть послезаточим. Ну давай, надеюсь, это не продлится час на каждого. Привет, Фриск. Альфис улучшил мой телефон. Я сейчас развлекаюсь с функцией чата. Санс, зацени-ка это. Блин, Тори, это жестко. Не могу поверить, что королева вернулась. И в то, что она такая дурашка. Вы двое находитесь в метре друг от друга. Зачем вы чатитесь? Не волнуйся, Папирус. Мы чатимся по уважительной причине. Это по какой? Ну, просто мы дурашки. Санс, прошу, не говори так. Ты не дурашка. Скорее, ты черепа... О, как тонко. Вау, эти шутки звучат. Даже хуже, когда их произносит она. Тогда ты почему ты улыбаешься? Это улыбка сочувствия. Фриск, Тори рассказывала мне, как испекла для тебя ирисковый пирог. Ух, надо будет как-нибудь испечь его для всех. О, это звучит действительно хорошо. Готовка? Могу я помочь? Погодите секунду. А можно я тоже помогу? Конечно, вместе будет веселее готовить. Хотя, если подумать, может я и заказу пиццу? Итак, Асгар, можешь сделать меня членом королевской стражи? Ну, ПЖ. Ну, Папирус, теперь, когда война окончена, нам больше не нужна королевская стража. Что? Тогда чем человек все это время занимался? Он прошел весь этот путь, а я все еще не член королевской стражи? По правде, это худшая возможная концовка. Но, кстати, да, в других он становился членом королевской стражи. Что ж, Альфис, чем ты собираешься заняться, раз мы все наконец свободны? Ты офигела, я к тебе подошел прощаться, мы с тобой нахрен можем никогда не увидеться больше, а ты говоришь с Альфис? Да, целый мир для исследований, офигенно, может на меня обратишь внимание, я здесь, я уходить собираюсь, а? Да, привет, хотя вы тоже, наверное, да? Ну, разумеется, я выйду на улицу и, нет, я буду тесной. Я останусь здесь и буду смотреть аниме, как последняя неудачница. А что такое аниме? Нет, тебе лучше не знать. Нет, не влазь туда. Не-не-не-не-не, стой. Подожди, это чревато последствиями. Сначала что такое аниме, а потом ты уже смотришь 900-ю серию Наруто. Нет, это опасно. Боже мой, Фриск, пожалуйста. Помоги объяснить Асгару, что такое аниме. Видите ли, это что-то вроде мультфильма, но... С глазастыми девочками, я бы сказал. Ну, допустим... С мечами. Это как мультик, но с мечами? Божечки, звучит любопытно. Где оно? Где я могу посмотреть аниме? Погодите, думаю, у меня есть в телефоне. Вот, гляньте. Ой, это не то. Это не важно. Божечки, эти два робота, что... Целовали? Ты что, шиперишь роботов? Да уж, до чего технология дошла, не так ли? Ага, действительно. Да, странно это. Ладно, давай с тобой поговорим. Фриск, скажи мне... Как думаешь, Асгард и Тедриэль когда-нибудь вновь сойдутся? Да, я думаю, они... Да. Это по-любому случится. Ну, не может быть иначе, конечно. Да, я на это тоже надеюсь. Только представь, как мило они бы смотрелись вместе. Они быстро станут моим сиппингом номер один на все времена. О, моим тоже. О, да. Тори и Гори. Мой бывший начальник и его бывшая жена. Внезапно это звучит не так уж и круто. Ну что? Чё мы с тобой обсудим? Как делишки, Фриск? Прости, что почти попытался забрать твою душу. Я очень плохо себя чувствую из-за этого. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями. Да, конечно, да не парься. Эй, не переживай за это, Асгар. По-моему, каждый пытался убить человека, по крайней мере, хоть раз. Так, вот к Альфис не приплетай, нет. Не-не-не-не-не, Альфис не пыталась, Альфис здесь самая нормальная. Да и Санс не пытался ни разу, кстати. Да, понятно. В таком случае мне не жаль, Фриск. Асгар, я не это имела в виду. Давайте. Пока.
мы с вами увидимся в следующий раз. Если ты уйдешь сейчас, то твое приключение действительно будет окончено. Твои друзья последуют за тобой к выходу из подземелья. Раз, два, три. Ух ты, на улице начался дождь. Как своевременно. Мы видим поверхность, о боже. Разве тут не прекрасно, народ? Ух ты, это даже лучше, чем по телеку. Намного лучше, чем я могла представить. Фариска, ты живешь в такой красоте. Солнечные лучи такие приятные, а воздух такой свежий. Я чувствую себя такой живой. Эй, Санс. Что это за гигантский шар? Мы называем это солнце, дружище. Так это солнце в аушке. Не могу поверить, что я наконец встретил солнце. Я мог бы стоять и любоваться им часами. Но смотреть на него вообще-то вредно, кстати, ребята. Вам на секундочку скажу. Ну ладно. Оно безумно красиво, согласен. Но нам действительно стоит подумать о том, что делать дальше. А, конечно. Народ, это начало нового светлого будущего. Эра мира между людьми и многочленами? Зачем прочел многочленами? Монстрами! Фриск, я должен кое о чем тебя спросить. Ты будешь нашим послом у людей? Ой, да конечно, да чего ты? Да, Фриск будет лучшим послом. А я, великий Папирус, буду лучшим талисманом. Пойду произведу хорошее первое впечатление. Что ж, кому-то нужно за ним приглядывать, чтобы он не попал в передрягу. Увидимся! Ты ушел вообще в другую сторону. Тебе настолько наплевать на него? Окей. Блин, мне что, нужно все делать самой? Папирус, постой! А! Это, он просто сказал, что кому-то нужно за ним притягивать, и свалил в другую сторону, не знаю, в бар к этому огоньку, наверное. Эй, Антайн, меня подожди! Да, давай, пока. Давайте, целуйтесь, целуйтесь! Давайте, подходите друг к другу, давайте, вам нужно поцеловаться. А мне нужно что-то делать? Что ж, тогда я пошел. А, нет. Поцелуя не будет. Кажется, всем уже не терпится спуститься с горы. А, мы на горе, что ли, находимся? А, ну да, точно, это же на горе все находилось, в подземельях на горе. Ты пришел из этого мира, верно? И у тебя наверняка есть куда вернуться, или нет? Наверняка мне есть куда вернуться. О, понятно. Тогда, надеюсь, я тебя не задерживаю. Не растягивай этот момент! Обнимашки? Фриск, еще увидимся. Обязательно. Но тебе эта встреча не очень понравится, буду честен. Там, я вас всех режу нахрен. Ну... Да, увидимся, ребятки. О, в ролях! Так. Лягушка в ролях Фрогита, лягушка-профессионал. Минджел нашел себе новую пещеру. Лукс реабилитировавшийся хулиган. Вегетоид известный диетолог. Мигос просто наслаждается жизнью. Напстаблук, что с тобой, Напстаблук? Пугающий диджей. Диджей Пугач. Папирус едет на крутой машине, как крутой чувак. Санс едет на крутой самокате, как тоже крутой чувак, да. Снудрейк наверняка стал популярным стендапером, почти успешный комик. Но они, видите, не все желтые, соответственно, я не всех идеально там сделал. Малый пес, что же малый пес делал? Ищет любви. А большой пес взволнован изменениями в жизни. Угу, понятно все. О, они все тусят на пляже, класс! О, давайте целуйтесь, Да, хорош. Вау. Вышла легендарный уборщик, а Тэмми... Ну просто Тэмми, пускай будет, да. Безумный манекен. Что же делает безумный манекен? Успокоился совсем немного. А Смурена снова учится играть на фортепиано, как это мило. О, Метадон! Мегазвезда, хорош! Ага, Вулкин наверняка стал известным медиком, да? Дай угадаю. А, подбадривающий обогреватель. Маффит открыла новую успешную паучью пекарню. Королевская стража поженились, дай угадаю. Включите фантазию. Вау! Лучше бы я не представляла. Мэджик уличный маг, а рыцарь Хреныцарь работает продавцом. Альмагамы... Они просто, наверное, ну, живут со своими семьями. Ну, ладно, в принципе, да, они слились воедино, но все еще живут со своими семьями, класс. О, ты посмотри, он в желтый, ты бросовый. Как это все мило, я не могу просто, я не могу, ну это же просто... Она стала учительницей, как хотела!
Она стала учительницей, как хотела. О. Ты чё выпендриваешься мне? Да, я действительно думаю, что это всё. Ну, мы ведь так и не выразили особые благодарности. Ну что, давай покончим с этим. Давай. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Куда? Какого тихо? Мне говорили, от этого пипец важно увернуться! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ладно, допустим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть поймал. Чуть-чуть словил. Ай, наверное, все, я там что-то запорол, наверное. Даже титры в виде геймплея сделали, ты посмотри. Ну все, хватит. Ну все, давай. Ну все, давай, стоп. Да давай, стоп. Все, да, блин. Нет, короче, я здесь хрену вернусь, я понял. Там, короче, это секретная комната, я так понимаю, открывается, если эту штуку сделать правильно. Вот, ну я руина немножко. Самую малость. Ладно, все, уже пофигу. Ооо, такая душевная игра. Ну просто такая душевная игра, а. Такая душевная. Ты посмотри, я кого-то потрогал все-таки. Ну ладно, бывай. Ничего страшного. Спасибо друзьям и семье за поддержку. Undertale Team сердечно благодарит тебя, игрок. Без тебя это все было бы невозможно. Доброй ночи. О, это музыка, это музыка, это музыка, это музыка. Я просто не могу перестать улыбаться, не знаю почему. Это все было так долго, и при этом я сейчас начинаю задумывать... Собака хорошая здесь. Кто здесь хорошая собака? Ну это шикарная игра, я не знаю. Но при этом я сейчас начинаю вдумываться в сюжет и понимаю, что я толком не понимаю, чего они хотели рассказать этой игрой. То есть. Был человек, потом он взаимодействовал с кучей разных персонажей, потом он вышел из подземелья вместе со всеми. Сюжет он такой. И посос, самое главное, посос. Оказалось, это даже не я, это имя того человека. А эта фраза «посос, сохраняй решимость», она адресована не мне, это фраза с кассеты. Это получается фраза, которую монстр тот, ну, Азриэль говорил... человеку, когда тот, видимо, умирал. Больше обокушнул, да? Посос, сохраняй решимость. Музыка классная, 100%, сколько угодно, насколько это будет продолжаться, я все понимаю. Шабака мило спит, но... Куда мотать, чтобы кончилось оно? Типа, хороший конец, типа, ну, выходи из игры, все? Как долго я проходил Undertale? Мне остался только геноцид, поверить сложно. Остался всего лишь только геноцид. Дайте посмотрю, когда я начал проходить Undertale. Офигеть. 4 мая я выложил первую серию Undertale. 4 мая. В этом отчасти плюс того, что у меня относительно мало выходит роликов. То есть я не пробежал эту игру за условный месяц. Я успел как будто реально прикипеть к этим персонажам, что ли. И теперь осталось всех перерезать, но это уже совсем другая история, правильно. В этой истории хороший конец. В этой истории конец, в котором все счастливы и все вышли из подземелья. Они... рады смотреть на солнце и изучать новый для себя мир. Надземелье. Полагаю, так это называется. Да. Интересно, как люди встретят их. Потому что, ну, откуда-то из горы вываливается миллиард непонятной формы существ. Ну, зная людей,
Там сейчас начнется резня. Вообще, если честно. Ладно. Я все, я перезахожу в игру, мы смотрим, что там, и заканчиваем на этом. Ты хрен ли вылез? Привет! Да, все счастливы, все верно. Да! Да, все так и есть. Глубоко вздохнул. Да. Мне нечем волноваться. Все верно. Ну, осталось еще кое-что. Одна последняя угроза. Кое-кто способный все стереть. Все, над чем все так тяжело трудились. Ты же знаешь, о ком я говорю, не так ли? Нет, я не знаю, о ком ты говоришь. Я не знаю! Я знаю, что я способен сделать сброс, друг. Я захочу. Да, я могу все это стереть. И никто ничего не будет помнить. Да. Это сила. Ты знаешь эту силу, конечно. Сила, с которой... Да не пришлось мне с ней бороться. Пойду сейчас всех мочи. Сила, которую... А, ты хотел использовать. Да, тварь, я помню. Идея сброса всего. Я не знаю, смог бы я снова совершить все это. Не после всего этого. Поэтому прошу, просто отпусти их. Оставь Фриск в покое. Пусть живет своей жизнью. А ты ко мне обращаешься непосредственно. Ну я же должен пройти геноцид. А? Но если я не смогу переубедить тебя... Если ты сделаешь это, стерев все, ты сотрешь и мои воспоминания тоже. Прости. Наверное, ты слышишь это уже в сотый раз, верно? Нет, нет, неправда. Нет, нет, нет. Увидимся, давай. Давным-давно две расы правили землей. Люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война. Насрать. Я скипнул. Конечно, мне хочется, чтобы все были счастливы. Чтобы... Чтобы они жили в мире. На поверхности. Но пора показать монстрам, на что я способен, верно? О, эта актерская игра была просто отвратительна. Окей. Концовка пацифиста классная. Уже не могу дождаться, когда дойду до концовки геноцида. Что будет там? Определенно возникло даже какое-то чувство, будто... Будто есть душа у всего, что со мной там говорила. Хотя, на деле, конечно, это не так. Конечно, это все просто... Просто строчки кода. Ставьте свой лайк, комментируйте. Подписывайтесь, если вдруг понравилось вам. Если вы еще не подписаны. Вы были на канале Северполюс. До новых встреч в замечательных играх. Пока.